чтобы замедленно играть, самое главное, вот три аккорда, знаешь, вот даже... Вот. Терцию. У вас, конечно, классно. Вот терцию слушайте, вот слушайте, да, вот замедленно я покажу. Дома придете, протренируюсь, сыграю сразу. Вот. Смотрите опять, вот. Повторяю, две. Вот и октава. И начинается из-за такта. В дальнейшем уже, что я тебе покажу, в дальнейшем уже. А потом уже обыгрываем. И опять уходим сюда. Начало, в терце. Часть, а третья уже вот третья уже идет первая опять. И на первую часть возвращаем терцию. Как учили, в трех аккордах. Ну, а ну да, в принципе, как играли, да. Ой, уже забыл. Не спеши. Потихоньку, не спеши. Упражняться. Да, упражняться. Популярная песня. Отлично. Молодец. Очень хорошо. Это ваша песня. Вы как играют? Трех аккордов барни вот это же играют. Как и у вас там эти играют. Присобыли. Медленно вот. А если у вас повыше тональность дойдет, можем в этой тональности сыграть. Играл? Я так, конечно, не занимался. Но это надо играть. Я в трех аккордах также подпишешься и будешь играть. Как это есть?